В Бердске может появиться свой театр, а учреждения культуры оснастят передвижными многофункциональными центрами. Это лишь часть задумок в рамках национального проекта «Культура». Он рассчитан до 2024 года. Цена вопроса – больше 3,5 миллиардов рублей. Проект включает и строительство новых объектов, и поддержку талантов. Так, в районах области появится еще 18 кинотеатров, отремонтируют 11 сельских культурно-досуговых центров и купят, куда нужно, современное оборудование. 15 детских школ искусств оснастят новыми музыкальными инструментами. На это уже заложили 57 миллионов рублей. Кроме того, проведут реконструкцию 3 театров – «Глобуса», театра «Кукол» и Карасукского театра на окраине. Что касается театра в Бердске, то создать труппу не проблема, говорит региональный министр культуры. Нет здания. В итоге под нужды театра планируют отдать нынешний ДК, а для нового Дома культуры построить другое здание. Важный пункт проекта «Культура» – продвижение талантливой молодежи. Есть желание создать в Новосибирске специальный центр для способных детей. Сейчас специалисты работают в этом направлении на базе лагеря Олега Кошевого, но этого недостаточно. Но нам нужен центр, который бы сопровождал детей. Мы находим талант, мы даем ему возможность музыкальными инструментами, мы даем ему возможность, чтобы его сопровождали определенной той часть людей, которые находятся в ресурсном центре, помогали ему ездить на гастроли, на фестивали и так далее. Вот в чем суть.